Затоплены дороги, разрушены дома. Оползни перекрыли автотрассы в сельской местности. Это результат сильнейшего ливня на юге Перу, не прекращающегося около 8 часов. Метеорологи связывают непогоду с природным феноменом Эль-Ниньо, который в этом году значительно повлиял на климат многих стран. Явление Эль-Ниньо обычно приносит мало дождей, особенно в горных районах на юге. И мы это наблюдаем в декабре, январе и начале февраля. Но со второй половины февраля дожди резко усилились. В некоторых районах они стали рекордными, каких не видели последние 40-50 лет. В провинции Куско, где находятся знаменитые инкские руины Мачу-Пикчу, реки вышли из берегов. Десяткам семей пришлось эвакуироваться. Власти отменили школьные занятия до середины марта. Непогода застала врасплох группу аргентинских туристов, которые направлялись в Мачу-Пикчу. Им пришлось перебираться через потоки воды по самодельным мостам. Сильно пострадала и провинция Арекипа. Здесь затоплено около 1000 домов. Для помощи людям направлены спасатели и пожарные. Они помогают местным жителям перебираться на возвышенности.